Всем привет! Это снова Антон и игрушка Project Cars 2, лучший, как по моему мнению, автосимулятор 2017 года. И сейчас я вам предлагаю вместе со мной проехаться уже не быструю игру, посмотреть все это как круто и красиво, а попробовать въехать в карьеру. Итак, нажимаем новый пилот. Окей. Имя. Антон. Фамилия. Инициалы ДОК. Страна Украина. Ридноненька Украина. Создать. Every motorsport hero needs to start somewhere. Where will you Так, begin? каждый должен с This is чего-то where you'll need to начинать. Тыры-пыры в жопе дыры. Итак, это у нас формула. Это у нас Рено. Это у нас LMP3. Так, с чего бы начать, друзья? И это ралли-кросс. Ну, давай начнем. Так, это карт, формула. Давай начнем с Genta Junior Challenge. Будем кататься на таких замечательных маленьких машинках, похожих, кстати, на лотусы. Но это можно все дело пропустить. Структура серии зависит. Так, хорошо. Так, правила и регламент. Давай продолжим. А теперь нам предлагают выбрать раскраску. А какую раскраску Антон выберет? Какую раскраску мне выбрать? Может, что такую? Нет. С черными дисками круто смотрится. Так, нам предлагают подписать контракт. Давай подпишем контракт. Да, я уверен. Продолжаем. Создаем нового пилота. Ну что? Так, это понятно. Здесь вот, короче, краткий перевод. Здесь у нас представлена панель карьеры. Здесь всевозможные сообщения, ваш этап развития, какая команда, гонка, что предстоит. В общем, все. Начнем с почты. Менеджер и инженер. Я твой новый гоночный инженер. Окей, хорошо. Здесь календарь. Календарь мы видим. Давай стартанем. Обзор этапа здесь можно найти. Сессия, квалификация, гонка. Параметры карьеры. Окей, окей. Ну давай. Нам предлагают сначала проехать практику, затем клаву проехать. Квалу, она же квалификация, а потом уже заехать в саму гонку. Посмотрим, что за Джинетта Juniors United Kingdom Championship. Так, хорошо, давай попробуем практику. Ух ты, красивенько. Я уже хотел доебаться, почему у него есть спойлеры, у меня нет. Ну ладно, не доебусь. В следующий раз, братан. Пока едь. О, длинный выход с пидстопа. Ёпта, она еще и праворукая. От руля будет неудобно ехать. Машинка себе как машинка. Правда. Может, ее немножко даже несет и кидает. А вот, ну, как обычно, я весь мой прикол моих ошибок в том, что на торможении плохо работаю я на торможении. Я могу поставить, в принципе, ну, помощь в торможении, но это будет уже как-то too much. Мне кажется, что это будет уже реально too much.
И опять. Ну для этого и дается у нас полчаса практики. Вот сука! Для этого и дается полчаса практики, чтобы понять, почувствовать, как оно, что оно, что за трасса вообще, на чем нам предстоит ехать, и т.д. и т.п. Трасса несложная, реально несложная. Нужно будет зайти еще, когда заедем в питлейн. Да, на том круге я скажу инженеру, что у меня избыточная поворачиваемость автомобиля. То есть я минимально нажимаю на курсор клавиатуры, да, а она ее ведет уже довольно неплохо. Вот тут надо начинать тормозить уже. Да, и аккуратно вот так входить. Вот. Так, теперь я этот поворот я въехал. Как делать? Тут можно не оттормаживаться, в принципе. Я заметил, они тут все режут. Перекопированы все существующие чемпионаты. Поэтому все-таки где-то есть это Джинетта. О, ну почти. Вот, ее виляет сильно, когда я начинаю разгребать. Хотя... хрен его знает. Но все-таки, наверное, нужно будет заехать на питлейн. Тут я как-то не понял, что сам сделал. Надо было тормозить, никого-то хера я не тормозил. Так, и поехали на питлейн. Сейчас заедем в бокс. Я хотел в бокс заехать. Я заеду в бокс. Окей. Так. Вернуться на трассу. Рестарт сессии. Настройка машины. Гоночный инженер. Торможение, прижимная сила. Торможение. Слишком медленное, слишком резкое. Машина скользит при торможении. Так. Ой, настройки мне не надо. Прижимная сила. Машина плохо входит в повороты. Подвеска, передача. Давай увеличим давление в тормозной системе. Это мы сделали. Сохранить. Сохранить новый слот для настроек. Пускай будет стабильный. Так, давай еще раз попробуем. Поагрессивнее надо уже будет ехать. Прикольная машинка такая. Своеобразненькая. Так, ну погнали. Наших городских. Сейчас посмотрим, как она будет теперь на поворотах и в торможении себя вести. О, вот, так это ж другое дело, ёпта. Все. Теперь можно ехать. Все, увеличили мы давление в тормозной системе. И теперь она ведет себя в торможении perfect просто. И это не может не радовать мой глаз и пальцы на клавиатуре. Хе. И можно уже будет, наверное, приступать. Не, нихуя еще можно будет не приступать. Надо еще потрениться. Да не могу эти повороты, блин. Нужно раньше тормозить. А вот с этим у меня напряг. С этим у меня напряг с ранним торможением. Надо себя еще приловчить.
Project Cars 1 было попроще с торможением немножко. Или я себя сейчас накручиваю просто, или было реально проще. Ну, тут хорошо прошел. Этот сектор я прошел бездоганно, можно сказать. Реально хорошо. И тут неплохо. Вот столбик мне этот мешал. Так, ну я надеюсь, меня не заставят в первую же моя гонка в карьере крутого гонщика-пилота. Я надеюсь, меня не заставят сразу же приехать первыми на квалификации и занять pole position. Думаю, нет. Надеюсь, что... Да, мне таких задач не будет. Могут там, наверное, сказать, войди там в десятку, в двадцатку. Там, обойди там того, крутого того перца, чтобы занять его место. Это может быть. А вот ты... Ага, все, едет в боксы. Так, ну... Вернемся в боксы. Перейдем на монитор, а тут у нас на мониторе тактика пит-стопов. Тактика пит-стопов по умолчанию. Да ладно, это мне что? Ага, вот все есть, в конец. Итак. Я стартую четвертым по времени круга на квале. Давай перейдем на квалю. Да, она определяет, как все круто. Итак, сейчас уже погода другая, кстати, видно. Скурвилась чуть-чуть погода, тучек натянуло, солнышко закрыло нам. Итак, док. Все, поехали, да. Pushing hard. Это я умею. А вот breaking hard, это я не совсем умею. Ну, можно обходить, можно, нужно это делать, чтобы показать лучшее время. Делать срезки. Аккуратные, конечно. Не резать пол поворота, потому что могут же пенализировать за это. Так, сейчас будет этот самый мой, сука, зловещий поворот. И я с трудом, ну, в него, в принципе, попадаю. Это не может не радовать. Причем реально не может не радовать. Начинаем тормозной путь. И падаем на хвост уже этому чертику. Так, сейчас пойдет, походу, у нас уже отсчет времени. Не пошел отсчет времени. Ну, нормально. В принципе, приемлемо хорошо. О, блядь. Этот красавчик не тормозил, но прошел тот поворот. Я не оттормаживался, но тот поворот я не прошел. What the fuck? Скажи мне, друг мой любезный. 130 километров в час. Сейчас едем на подъеме, машинка жмет. Сейчас опять будет мой любимый поворот. Нужно уже было разгоняться, а я немножко перетормозился. Ну ничего.
Сейчас будет за прямиком тоже ходовым поворот направо. Goodbye, my love. Так, ну это все равно у нас квала. Так что на квале можно. Док, пока есть у меня лучшее время на круге. Это реально не может не радовать. Минута 20, 935. Это реально хорошо. Ну а тут я эту дельту прохожу с худшим немножко временем. Ну посмотрим, кто-то сможет меня на квали обогнать или нет по времени. Если нет, то буду я стартовать с pole position с первого места. Это будет cool. На траву закинула. На траву тут жестко даже засасывает машину, знаешь так. Ну и в первой такое было, в принципе. Хорошо. Ну тут у меня время хуже будет. Реально будет хуже. Чем минута 20. Да, секунду я себе же проигрываю. Ты вкинься в это время, секунду. Ну износ шин понемножку идет, конечно. Опять на дельте я проигрываю. Там тысячные, но они не критичные, но хотелось бы как-то лучше. Вот поворот, эти два поворота, самые такие, которые меня тормозят, на которых я теряю много времени. Вот впереди меня шел, кстати, пилот. Я как-то ориентировался на него, знаешь, так, ну, типа за ним шел. Тут опять я на торможении поздно сработал. Но пока я держусь на первом месте по времени. Догнать меня никто пока не может. И мне это нравится. Тут я оттормозился. И зашел в поворот. В боксы мне пока не надо. 3 секунды. Ну, я думаю, можно, в принципе, вернуться в боксы, закончить и перейти к гонке. Да, так меня никто не смог перегнать, я стартую первым. И дождя нет, это хорошо, настройка машины, давай гоночный инженер, что-то еще, торможение good. Прижимная сила. Плохо даются прямые участки. Сносит в поворотах. Машина входит. Повороты плохо. Нет. Подвеска. Машина плохо входит в повороты. Машина слишком... Во, машина слишком резко поворачивает. Проблемы возникают при прохождении при ускорении на выходе из поворота. Тут. Итак, заднего сносит поворот. Это может справиться с выполнением заднего поперечного. Угу. При входе в поворот. Прижимная. Так. При прохождении прижимной силы. Да, прижимная сила. Давай прижимную силу. Перезаписать существующий слот. Так. Это первая гонка в твоей карьере. Насладись ею и доберись до финиша. Легко. Сколько нас? 12 пилотов нас. До конца сессии 8 минут. А круги тут есть? С
сколько мне надо кругов проехать? Никто не указал. Ладушки, ладушки. Вот сейчас было хорошо, прям добротно. Прям было feel good. Не, ну 8 минут надо проехать, проедем 8 минут. Они пролетят очень быстро, это я отвечаю. Они пролетят очень быстро, мне главное сейчас опять эти два долбоебических, сука, мать его нахер, поворотов. Который я с горем пополам, в принципе, вошел, но меня тут уже, блядь, догоняют. Это, ой, как не есть хорошо. Ну и тут я теряю свою первую позицию, хотя этого говорю, что можно догнать, можно перегнать. Да его нужно перегонять. Не упасть лицом в грязь. Ну, а его на поребрике начало кидать неплохо. А мы чуть срежем, нам никто ничего не скажет. Вот вроде только я к нему приближаюсь, только хочу обгонять, все, он закрывает мне проход, и обогнать я его не могу. На узких участках это вообще делать бесполезно. Так как я еще не профессионал. Да и никогда таким не буду. Вот как он, сука, это делает. Пизденыш. Ни хрена ты меня не обойдешь. Иди в жопу, блядь. Ну все, видишь, стоило один раз, конечно, мне провтыкать на торможение. Это-то хорошо, что я выигрываю в свое время. И он меня обошел. Аж бегом. Слишком управляемая. Ей вот реально то ли прижимной силы дать. Ей нужно прижимной силы дать. Она... бросает как-то ее, или я не могу это сформулировать, но она избыточная управляемость у нее. Вот сейчас, если красиво влететь в тот поворот, то в принципе его можно попробовать обогнать. О, вот тут прям хорошо было. Так, по чуть-чуть мы его нагоняем. Так, износ резины у меня пока все хорошо. Бензина 43 литра у меня в баке еще. Можно ехать. Дружище, давай ты будешь себя хорошо вести и просто уступишь отцу Антону дорогу, блядь, да! Стоило немножко поднатужиться. И я опять первый. Хорошо. Ну, здрасте.
Конечно, вот по поребрику ты меня и обошел как раз. Я что, зеркалом заднего вида пользоваться не умею, дружбан. Давай, надо отрываться по чуть, надо просто хорошо смотреть на трассу, запоминать трассу. Потому что постоянно я начинаю присматриваться на этого гаврика, который сзади едет в зеркало заднего вида, и отвлекаюсь от трассы. Как Юлий Цезарь, два дела одновременно делать пока не могу, так что... Куда? Ты смотри, блядь, какое настырное, а, падла. Не отстает же ж от меня, сука, ни на шаг. Я уверен, этот пизденыш не упустит своей возможности меня обойти в следующий раз. Если я еще раз где-то бакану, это 100%. Начинаем тормозить. Поворот входить. Отличненько. Просто хорошо. Так, а какое у меня время круга, вот если узнать, а? Escape можешь нажать. Ага, 21 секунда, у того 20. Вот сучок догоняет же ж, падла. Да, нужно будет еще в тактике пидстопов разбираться во всей этой херне. Замудренной. Давай, давай, разгоняйся, разгоняйся, смотри, он догоняет нас. Ну, малышка, давай, надо ехать. Надо ехать, надо ехать. И на финиш первый. И первое место. Поэтому надо, надо, надо жечь. Давай. Детка, давай, наш любимый поворот. Тут резать, тут выезжать. Ну, в принципе, нормально, но по секторам что-то я то выигрываю, то проигрываю в свое же время. Так, 40 секунд до окончания сессии. Я так понял, это будет финиш, да? Вот такие правила. Здесь не пишется, сколько кругов нужно проехать. Здесь идет гоночная сессия, я так понимаю. 30 секунд осталось, мне говорят по радио. Ну, сбрасывать темп я, конечно же, не стану. Привет, дружко. Ты смотри, а я только оторвусь от того курвёныша мелкого, он опять меня нагоняет. Только оторвусь, опять нагоняет. Так. Сессия закончилась. Что дальше? Что дальше делать? Что дальше делать-то, ёпт? Давай на пит-стоп попробуем заехать. Не, ну, мало ли. Или уйти в боксы. Сессия закончилась. Если вы хотите отменить гонку, оставшуюся ее часть, вы сможете посмотреть из пит-бокса. Нет, а... Правила и регламент. Каждый этап следует свободный зеркальщик, смотреть позиции очки. Лучшее время в квалификации 1 очко, заработанные очки также учитываются в команде.
Ну, всем пилотам на финише очки присвоят по следующей шкале. Окей. Ага. Все, я понял, надо было просто время уже кончилось, надо было доехать гонку до финиша. Отлично. Что по повтору у нас? Прости. По повтору у нас красивый старт. Более-менее вхождение в поворот. Ну, в принципе, это все круто. А мы жмем продолжить. Так, первое место. Антон Реуцкий, далее Сони Кертис, Родни Тавиа. Пилоты. Зачет общий. Команда. Барлоу Рейсинг Тим. Окей. Жмем продолжить. Продолжить, говорю. Ну, прикольно. Так, почему у меня подсвечено Гидки Глоус Рейсинг? Гонки определенной марки. Соревнования. Приглашение. Прогресс параметры. Ну, в общем, первая гонка пройдена. Это было интересно. У меня есть одно новое сообщение. Здравствуйте, отличный результат. Победа полностью заслуженная. Поздравляем. Спасибо. Итак, карьеру я начал. Буду ее проходить, показывать вам, делиться с вами интересными всякими финтиплюшками, которые у меня происходят в карьере. С вами был Антон. Это была игрушка Project Cars 2. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.